Привет. Сегодня я буду пробовать французский коньяк, настоящий провинции коньяк Hennessy XO, то есть Extra Old. Это у Hennessy означает выдержку коньячных спиртов, примененных там от 7 до 30 лет. Вот. Ну, фактически это 7-летний коньяк, если его определять по возрасту самого молодого спирта, который там в составе. Я уже его тут пил, уже составил некоторое впечатление. Ну, сейчас еще составим. Ну, я что могу сказать по поводу этого Hennessy XO? Цены немалые, конечно. Ну, он, конечно, вот эти самые ноги оставляет на стенках, но они не такие уж прямо, это самое, блин, толстые, как вот ожидаешь от коньяка за такую цену. Все с такими буквами Hennessy, прямо XO. Вот, ну да, жидковат. По цвету он очень темный, ну у них, в общем, как, у них ВС-ка самая светлая, потом VSOP потемнее, и этот еще темнее. То есть они сюда карамельного этого красителя нафигачили еще больше. Поэтому, ну, видно, вон он такой темный, Достаточно темный. Вот, ну что, пусть он это подышит, хотя я его уже открывал, но все равно пускай дышит. Вот, да, тут, конечно, цвет нечестный. Это понятно, это коньяк. Тут по-другому почти никогда не бывает. Так, ну что ж. Блин, ну ладно, пускай еще подышит. Можно даже его поболтать, да повзбалтывать. Ну такое. Этот Hennessy, он еще в коробочке был, такой большой коробки. Коробку я выбросил сразу, она слишком большая и занимала очень много места. Вот, поэтому, сори, не могу ее продемонстрировать, я ее выбросил. Этот коньяк, конкретно вот эта бутылка, куплена duty free во Франции, не здесь, поэтому это точно настоящий Hennessy. Тут, так сказать, вообще это самое, да. Кстати, дизайн бутылки очень простой, минималистичный, я бы сказал. Вот, ну да, и это самое вот XO, он тоже такой, он у них бывает немного разный. Вот этот вот такой James Hennessy коньяк, ну не знаю. В общем, вот он такой, значит. И, кстати, да, бутылка это литровая. Здесь целый литр. Ну, видите, что отпито уже так прилично. Ну, потому что, ну что, ну вот надо. Вот, надо. Ну ладно, что, подышал, давайте начнем его нюхать. Яблоки, конечно, такие. Да, ну, виноградный запах. Такой, да, виноградный запах, но есть какой-то у виноградного сока. Спирт чувствуется, шманит, может быть, надо больше ему дышать, конечно. Ну, так, у яблочки парфюмчик. Одеколон французский есть. Вот это вот того, что в армянских коньяках, вот, то, что вот я вот, говорю, этот Арарат 20-летний, вот там вот эти сливы там. Здесь тоже что-то есть, но меньше. Тоже есть сливки такие. Вот, и риски тут что-то, ну так. Ну там запах, наверное, был даже богаче у Арарата. Ну он был, так сказать, 20-летний. Ну там спирта были постарше. Ну да.
Ладно. Ох, он резкий такой. Резкий, жесткий. Я бы даже сказал, он жестче, чем в SOP. Вот. Я даже пока ничего не понял, честно говоря. Но у него нету вот этой вот шоколадной мягкости Арарата. Нету. Вот, и вообще вкус какой-то довольно скомканный. Не понял. Ну, дуб. Дуб есть, этот бочка. Ну, так она тоже, знаете, такая, ну, горьковатая вот эта вот специи, да, значит, специи. Яблоки где-то там чего-то. Ну, какой-то он невыразительный, я не знаю. Ядреный такой. Не то чтобы вот совсем такой, но вот на вкус нет. Ну так, ну да. Не мягкий напиток, нет, не мягкий. Совсем не мягкий напиток. Такой он, да. Жестенький. Не, ну конечно, чувствуется благородство какое-то есть в нем определенное. Не старейшина какой-нибудь там, понятное дело. Наверное, этих старейшин можно штук 15 купить за ценник этого батла. Но не суть. Но VSOP мне, наверное, даже больше нравится. И что я скажу вам, это самое. Арарат-то 20-летний, на мой вкус, лучше вот этого Хеннесси. И он, кстати, дешевле даже стоит. Но вот, я не знаю, там вот все-таки это шоколадный этот вкус. Я его очень люблю в выдержанных коньяках. Здесь его нет. Здесь его просто нет. Вот, и этих слив, конечно, таких тоже не, многим не нравятся, эти сливы. Мне нравятся. Нет, я могу сказать так. Ну да, вот один, что он, конечно, не сладкий. Это хорошо. Даже такой горький, он не приторный. Но я бы его не купил второй раз. Нет. Для меня оптимальный Хеннесси – это VSOP все-таки. Он оптимален и по ценнику, и по вкусовым, и прочим, значит, его качествам. Это что касается Хеннесси. А вообще, я вам скажу, что что-то вот я на армянские коньяки подсел. Лично я. А жене, кстати, вот этот Хеннесси нравится больше. Ну, то есть на вкус и цвет –